надо держать. Привет. А вы можете свет включить, пожалуйста? Привет. Вышло у нас? Вышел свет? О, да. Все, у нас теперь мы как этот... Ой, меня прям светло стало видно. Приветы. Кто вы вообще? Ой, нет, прям лист. Петр у меня замечательный. Привет, я подумала, я приехала. Вот надо ее забирать, а оказалось, что это всего лишь был первый акт. Слово прозвучало сейчас про тебя. Что я хотела сделать? Привет! С вами пока. Чего, как вас зовут? Давайте я вас почитаю. Так темно прям. А если это выключу, то плохо будет вам видно. Да, мне кажется. Ну вот, ладно, давайте так. Давайте вас почитаю. Как у вас дела? Потолок, что-то обратно. Что-что? Смотрите, Петр профессионально светит. Помните Петра? Кто помнит Петра? Петр. Петр сказал здесь, смотрите, Петр профессионально. Я не знаю, как это включить. Все. Да ладно, господи. Какая есть уже Петр. Даже без собачек, без кошечек. Привет. Как у вас дела? Хотите, почитаем, поболтаем с вами? Чего-то вы мне ничего не пишете. Чего вы мне ничего не пишете? Я помаду все стерла. Так, а время 10? Время 10, сейчас выйдет моя лань. Ну что, я не вижу, что вы мне пишете? А, почти норм. Привет из Минска. Так, нет, Гектор не сын Анатолия Цоя. Нет, точно вам говорю, 100%. 1000000%. Так, что, давайте, да, сразу же скажу вам, что нет. Ну, я очень люблю Толика, он потрясающий человек, он мой очень хороший друг, но... Но у нас не такие отношения, чтобы делать сыновей. Он очень крутой. И я на самом деле благодарю, очень-очень благодарна за поддержку. Но фанатам столько вообще. Я вас так люблю, вы все время меня так любите. И все время мне теперь даже стало как-то неудобно, что я не могу ваши работы постить совместно. Так, давайте. Привет! Привет из Харькова. Как вы там в Харькове? Ну чего, у вас там решил что-то? Мы, конечно, так все жутко переживаем тут. А пледы из Ашхабада? Вы что, мне плед предлагаете? Привет, Казахстан! Привет. Прости, если не сложно, пожалуйста, привет, Анастасия 7929. Привет. Привет, привет. Кому привет передавать? Привет. Так, долго ли выбирала няню? Да нет, сразу выбрала. Сердцем, мне кажется, нужно выбирать няню, особенно для таких малышей. Там дальше уже нужно развивать деток. Так, Краснодар, привет! Оксана из Краснодара, привет! Одесса, привет! О, как же я хочу, как в Одессе, тепло у вас там, нет? Что вы там? Привет! Привет, Красноярск, привет, Днепр! О, слушайте, Днепр, вообще, как там вы, мои любимые, как? Баймака, Баймак, привет. Привет, Тихвин. Господи, сколько у меня городов. Так, а я приезжаю, просто как-то не знаю, не приглашаю. Ну, сейчас поеду, мы, кстати, у нас будет несколько концертов. Прям классно. Я-то что, я так скучаю вообще. Каждый день созваниваюсь и со всеми. Так, Волгоград, Калуга, привет. Скажи про меня привет всем, сказала. Привет, Кострома. Да что ж ты, Самар, ты не читаешь? Что ж ты не читаешь, ты из Самары? Читаю. Давайте о чем-то поболтаем. Давайте я вас сегодня спрошу, как вам выдвижение... Петр, что нас волнует с вами? Как я актуальный вопрос? Ничего не волнует. Нет, подожди, давайте нас что-то будет волновать. Что мы хотим спросить? Какое общественное мнение по поводу чего? Как вам... Это мы с Петром тут. Как вы считаете, что вы думаете по поводу будущего президента России? Или не будущего? Что вы считаете? Напишите мне, пожалуйста, свое мнение. Будете вы голосовать за Ксению Собчак или нет? Пишите, да, нет. Будете, нет. Мне интересно. Ну, весь дом 2 за нее, я думаю. Просто. Весь дом 2 за нее. Да не факт. Весь дом 2 за Ольгу Бузову. Я думаю, не будет. Ольга сказала, Оля еще сказала 4 года и все. Пойдет дальше в президенты. И мне почему-то кажется, что Оля не шутила. Реально. Так, Ваня. Вань, привет. Ваня Шибаев, привет.
Не будете так, нет, за Навального будете. О, давайте, а за кого вы будете голосовать? Так, что это я издеваюсь? А куда Петр? Петр вас испугался и ушел. Понимаете, вы боитесь. Стою еще раз, жду малышку, она пошла в театр, вот, видите, сейчас. Я жду ее, приехала забирать, приехали, перепутали, приехали раньше. Думаю, ну что, с вами поговорю. Привет. Так, дальше обсуждаем. Что мы с вами еще обсудим? Давайте обсудим... А что у нас из новостей последних? Бусинка, я как отношусь? У меня подружка лучшая, человек с ограниченными возможностями. Ксюша Безуглова. А, я ее очень-очень люблю. За Седокова голосуем? Тут на виду порядок. Нет, на самом деле, пара хороших законов я бы точно приняла. Да, Ксюша мега крутая вообще. Давайте подпишемся. Если вы не подписаны на Ксюшу Безуглову, зайдите в мои друзья, посмотрите. Она мега крутая. Это супер мотивация. Самая моя любовь-любовь. Девиз по жизни, все будет хорошо. А если еще не хорошо, то это еще не конец. Привет. К Коле очень хорошо отношусь. Я считаю, что она крутышка вообще, молодец. Так, нет, не слышала. Маркс, мы выступали, помните, вы были на моем концерте в Марксе? Так, как Гека? Нормально. Гека уже, значит, у нас научился чуть-чуть целоваться. Значит, он такой... Тут надо менять планы, чтобы было повеселее. Смотрите, что я только что ела. Я только что умяла вкуснейшую, невероятно крутую, пироженку. С кремом. Такую просто в себя так. Представляете? Вот я и пирожное, смотрите, мы вместе. Так. Когда последний раз я ездила на метро... Давно, потому что, знаете, как я считаю, я все свое детство ездила на метро. Я с пироженками так, типа, секси смотрю. Я все свое детство ездила на метро. Я из такой бедной семьи, я из такой бедноты, что мне кажется, что свою карму я уже отработала. И, честно говоря, я вот не хочу метро. Правда. Ну, я вот, знаете, как человек, который уже прям... Там было очень много времени. Я буду работать много и яростно. Так, что тут мне пишут? Есть кто-то, вот, видите, это не мой ребенок, нет. Слушайте, мы только что стояли, смеялись. Значит, смотрите, приехала машина, приехала эвакуатор, видите, впереди мэр стоит, без номеров, сейчас покажу вам. Вышел такой водитель из Марса, и такой, видите, оп, скрутил номера. И типа стоит такой без номеров. Он бы еще закрыл эту штучкой. Этим. Так делаю, да? Часто вы видели? Сейчас. Так. Я хочу стать певицей. Ну, это прекрасно. Вы знаете, если говорить про совет, который самый грамотный совет, который я могу дать, если вы хотите стать певицей, недостаточно просто хотеть. Сейчас уже время такое, время просто певиц уже прошло. Как вы видите, смотрите по голосу и... Человеку недостаточно иметь просто голос хороший. Нужно иметь продюсерские данные. Нужно уметь прекрасно коммуницировать с людьми. То есть, например, допустим, вы поете. Вы должны найти на сайте человека, который вам сделает аранжировку, который напишет вам песню. Вы должны сами соединить этих людей вместе. Вы должны теперь найти, записать эту песню, найти ту студию, которая запишет, поверит вас, запишет вас бесплатно. Потом вы берете эту песню, уже готовую. Один раз ко мне пришла девушка на встречу, это было очень интересно. Она ждала меня под какой-то радиостанцией, была очень милая девушка. И говорит, вы знаете, я хочу с вами поговорить, Аня. Я говорю, ну, да, здрасте. Она говорит, я певица, я хочу петь. Давайте продюсируйте, типа, помогайте мне. Я посмотрела на девушку и поняла, что она пришла ко мне навстречу, даже не помыв голову. Я не против грязных волос, но я просто считаю, что если ты хочешь стать певицей, если ты хочешь, ты должна понимать, что конкуренция на этом рынке, она огромная. Ты должна выглядеть всегда, там, не знаю, потрясающе. Тем более, если ты идешь к человеку и просишь его о помощи. Ну, значит, возьми, нарядись, причешись, сразу иди. Тем более, вот эта минута, которая у тебя есть, встреча с человеком важна для тебя, ты должен ему показать максимально все. Вот моя почта, вот мой диск, вот мои песни. О, ребенок мой звонит. Мини-мини. Да нет, сейчас, найдем. Подождите. Да, ребеночек. Я здесь. У центрального она где? А ты где? Мы у центрального входа у ворот. Нет, мы не у центрального. Ты меня видишь? Я у театра, да. Ну, тут
центральный чуть-чуть. Центральный. Дальше. Ты у центрального входа или где? Сейчас, сори. И что вы будете? Вас как выпускают там? К родителям вы должны отдавать? Вы не дойдете сами? Родители вам отдают? Алина, Моника, привет. Бусь, ну что ты? Да куда ехать-то? Ребенок мой. Давай, спроси, вас выпускают по... Не, подожди, сама не иди, подожди. Надо тебя прийти забрать, я приду заберу. Извините, дела. Да, Бусь. Котик, что, тебя забирать? Не понимаю, забирать ее или нет? Забирать ее или нет? Она в театре где-то сейчас спрашивает. А где центральный вход у нас? Я думаю, вот... Хотите, заберем вместе, пойдем ребенка? Я пойдемте? Думаю, мы сейчас можем на такси потом. А куда вы это, travel, кофеер, куда вы меня привезли? Пойдемте вместе ребенка забирать. А где мой ребенок? Ребенок уже отключился, мать говорит. Хорошо. Вот вы куда поехали. О, хотите, вам покажу, как Петр гениально ездит задом? Это просто гениально. Ну не надо мне показывать. Петр, я вас уже показала поздно. А вот поздно стесняться. Смотрите, как Петр. Ненавижу ездить задом. А Петр может ехать. Петр, я, конечно, понимаю, что мы сейчас должны произвести впечатление на 2900. Сколько человек? Так, все, давайте, сейчас, короче. Короче, идемте забирать со мной ребенка, вы не против? Да нет, конечно. Петр, я, кстати, у людей интересовалась, если что. А вы вот это вот, понимаете? Помните мои видосы с Петром? Помните, мы снимали давно? Как в молодости было. Так, идемте забирать ребенка, пойдемте. Так, тогда, знаете, если нам ребенок нужен, давайте машину вот здесь вот поставлю. Давайте, подождите. Может, вы меня выпустите? А я могу сама сходить. Вы хотите со мной сходить? Нет, если вы хотите, я с вами я пойду. Я могу сходить. Подержите меня, давайте, пожалуйста. Давайте сами тогда. Одевайтесь только, пожалуйста. Я надену куртку, потому что... Да. Лучше бы... Вы со мной идете ребенка забирать? Что? Вы идете? Нет? Точно. Сейчас, подождите, надо найти телефон, которому мне звонит мой ребенок. Вот он, на полу. На полу лежит? А где у вас лежит телефон? У меня на полу. Идемте. Я тут, Анечка, тогда. Хорошо. Только не уезжайте и кушайте пироженки пока. Так. Опа! Привет! Так, и вот, я вам говорю, что мы приехали в театр. Мой гениальный ребенок, Алина, которая повыше, приехала сегодня со своим классом в театр. Идемте, вам покажу, куда мы вот топаем. Ее не выпускают, потому что мама ее иная. Я. Мама, а куда вы? Что-то несут, видите? Это, наверное, театр уже. Декорации, посмотрите. Мама ее должна забрать. Я, мама, иду забирать. Как у вас дела? Давайте вам привет передаю пока. Привет. Привет из Одессы. Привет, Одесса. Так. Привет. Кому передать привет? Пишите мне. Пишите. В каком вы городе? Сейчас я в Москве. Так. Так. Что там у нас? Что скажешь о новой Виагре? А что, я всегда говорила, что классные девочки. Классные девочки и эмоциональные. Так, Рига. Ой, боже, а почему у меня нет концерта в Риге? Я не понимаю. Товарищи, почему я 1000 лет не была уже в Риге? Так, давайте позвоним ребенку моему, спросим, где? Где ребенка? Ребенка. Так, кому еще? Завтра в облака. О, да, завтра в облака. Приходите ко мне завтра, я выступаю в облака. Это очень круто. Я очень люблю выступать в облаках. И я заблудилась. Так, вот тут, наверное, я очень... Где ребенок мой? Бу, а ты в каком театре? Я иду тебя забирать. Ты в каком театре? Какая чайхана? Какой чайхана? Никаких чай... Какая чайхана? Ты в чайхане? А где учительница? Вы знаете, вы как можно в чайхане? Так, котик, а театр-то где? А почему вы были в театре и оказались в чайхане? Я и пришла в театр, а тут... А, ты не в опере была? Так, какой-то... Театр сферы, идем. Забирает молодой человек. Я иду.
быстрее идти. Нормально? Нормально? Все, Бусь, иду. Давай. Хорошо, давай, стой, никуда не уходи, стой, сейчас тебя найду. В чайхане, главное, не... в чайхану не иди, ребенок, стой, там не, у... не надо, сейчас, давай. Так они и жили, понимаете, где ребенок, в чайхане. Как может быть ребенок? Она не пошла, кстати, в чайхану, она уже пошутила у меня. Но знаете, нет, это просто театр находится рядом, соседнее здание, и они там все родители ждали детей и были в чайхане. Так, сейчас найдем. Вы там не скучаете еще со мной? Так, Брянск, привет. О, чайхана ли? Фудмаркет. Чайхана! Чайхана. Вижу, вот, смотрите. Так, смотрите, фудмаркет. Есть. Чайхана. Есть театра? Нет. Вот. Так. К Владу Раму очень хорошо отношусь, он очень талантливый парень, и он мне очень нравится. Так, Саша. Привет, Саша. Смотрите, ну все, вот мы с вами нашли чайхану. Оп! Кстати, я... когда она сядет в чайхану, мне кажется, мать я еще та. Так, театр «Сфера», вот мы уже пришли. Пришли, уже пришли. Вы уже ждете, когда закончится этот экшен под названием... Экшен под названием «Найди ребенка». Не все... А, идем. Стойте, я иду. Я видела только что мальчика с мамой, идущего. Возможно, это был одноклассник Галины. Так, Эрмитаж. В Эрмитаже люди идут. Смотрите, точно. Люди идут. Вот. Наверное, они из театра. Все, идем. Вот театр. Вот, видите, все, я поняла. Вот, это театр, явно. Люди похожи на театр? На то, что они идут из театра. Пишите мне, да, нет? Да, нет. Идут ли люди из театра? А? Так. О! Все нормально. Так. Я сейчас пойду заберу ребенка, там будет учительница. Вы это делаете вид, что вы с ней со мной, хорошо? Типа, что за мать пришла в блахе? Это была... Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Слушайте, ну все, я... Здрасте. Все, ладно. Простите, я обещала вас... Привет, скажи. Все, да, все. Я пока ребенку дошла, все, я вас люблю, пока. Все.